Рыбничанка Мария Марина прошла в финал Славянского базара. Это международный фестиваль искусств. Ежегодно он проходит в Беларуси. В этом году там сразятся лучшие вокалисты из более чем 20 стран мира. Наша участница уже готовится к конкурсу. Подробности далее. Мария Марина – вокалистке со звучным именем всего 12 лет. 6 из них она занимается в Рыбницкой школе искусств. Однажды девочку прослушала солистка группы «Доредес» Марина Джундиет и посоветовала попробовать свои силы на Славянском базаре. Я очень хочу туда поехать. Я хочу увидеть большую сцену, я хочу увидеть других детей, хочу показать себя, чтобы меня услышали. Меня Маша подкупила тем вот своей искренностью и работоспособностью, потому что в таком возрасте очень редко встречаются дети, которые могут собраться и ответственно подойти к своему делу. На конкурсах самое важное – это спокойствие. Не нужно думать о том, что тебя оценивают или что ты хочешь что-то там выиграть. Первостепенная цель должна быть просто хорошее выступление, сделать все по максимуму. Маша прошла в финал конкурса. Там исполнит две песни – молдавскую лирическую «Плай» и «Орликина» Аллы Пугачевой. Сейчас девочка активно репетирует и подбирает образ для сцены. Молдавская песня более лирическая, и, как мне сказали, что она более сложнее. Но она очень красивая, у нее очень красивая мелодия. Сами песни у меня уже как готовы. Главное, надо сосредоточиться и их правильно петь. Сейчас в «Плай», получается, больше надо быть в себе и больше иметь хорошую концентрацию, потому что там не надо обращаться к кому-то, как, например, в «Орликину». Я должна для кого-то петь, я должна рассказывать свою историю. В школе искусств Маша занимается с Альбиной Тесли. Педагог по вокалу готовила Настю Лисовую на конкурс «Ты супер». Мне вдвойне приятно, что уже вторая моя ученица будет выступать на большой сцене при такой большой аудитории. Это уже высокая планка, это другой уровень, это профессиональный уровень, это как драгоценный камень, но который требует хорошей огранки. Поэтому работаем много, тщательно работаем и подходим, скажем так, с высокой точки, профессионально именно в исполнении вокального искусства и работы над голосом. Детский славянский базар пройдет в Витебске с 9 по 15 июля. Все Приднестровье будет болеть за Марину Марину.